теперь так разгружают мусор в Шымкенте. По словам горожан, новые площадки в виде железных беседок настолько неудобны даже для коммунальных служб, что те выставили мусорные контейнеры прямо на дорогу. Жители жалуются, проезжая часть превратилась в помойку, а ветер разносит ее содержимое по дворам. Вот эти решетки поставили, и непонятно, то ли это мусорка, то ли для чего это. Из какой-то вольера, непонятно. Из непонятного вольера мусорные баки невозможно вытащить даже спецмашины, жалуются люди. И судя по этим кадрам, работать коммунальным службам мешает крыша. Авторы видео – сами жильцы. Любительская съемка, говорят, может понадобиться в качестве доказательства, когда аргументов не останется. Жители устали возмущаться нововведением властей. Говорят, после установки новых площадок под мусор, контейнеры переселились прямо на дорогу. Площадки какие-то благоустроили, а мусорные все ящики выставили на дорогу. Это же не дело. А когда набирается столько мусора, вы знаете, что тут творится? Оно и там, и там, и там. А ветер дует, оно все разлетает. Прежние перегородки, по крайней мере, они с боков загораживали. И ящики стояли на площадке, а не на дороге. В районном акимате жителей попросили не паниковать. Чиновники уверяют, что неудобства эти временные. Как только старые контейнеры заменят на новые, придет и современная техника. Около 17 миллионов. Это 16 миллионов, где-то 700 с чем-то выделено. И на эту сумму сейчас сделаны 53 площадок, мусорных площадок. Туда вмещается 264 контейнеров новых, евроконтейнеров ТО «Спецавтотранспорт». Они сейчас уже заказали машины, которые будут вывозить этот евроконтейнер. Горожане опасаются повторения ситуации двухлетней давности, когда в микрорайоне Нурсат установили подземные мусорные контейнеры, которые в итоге так и не прижились. Сейчас это все, что от них осталось. Отмечу, из бюджета на эти цели было выделено 34 миллиона тенге. По словам специалистов ЖКХ, прослужить эти огнеупорные чудо-контейнеры должны были как минимум по 7 лет. Но не единожды пережив пожары и варварское отношение местных жителей, приказали долго жить. К слову, спецмашину для их опорожнения так и не приобрели. 2 года мусорщики извлекали зловонное содержимое с 2-метровой глубины руками. Так и пришлось вернуться к старым бакам. Ирина Абрамова, Бахадур Тожибаев, Виталий Заинтинов, 7 канал, Шымкент.